15 сентября, сразу после чествования в Большом Кремлевском дворце, в Омск возвратились серебряные призеры 16-х летних паралимпийских игр Александр Работницкий и Елизавета Сидоренко. В аэропорту медалистов встречали родственники, тренеры и представители регионального министерства спорта. Его руководитель Дмитрий Крикарьянц поблагодарил спортсменов и их тренеров за отличное выступление в Токио. Мы все сработали очень хорошо, особенно спортсмены. Омские паралимпийцы продемонстрировали характер и мастерство. Легкоатлет Александр Работницкий нашел силы на финишный рывок и завоевал серебро в забеге на 1500 метров. Первое переключение я делал от 600 до 800, сделал, чтобы подтянуться как-то к лидерам, взял себя просто в коробку. А следующее я уже делал, как можно сказать, ва-банк. Я уже за 300 метров пошел и думал, что народ не сможет поддержать. Эмоции бешеные, конечно. Я до сих пор думаю, что в каком-то во сне, потому что вот-вот казалось то, что... Ну, еще долго. И тут такое происходит, что ты уже пересекаешь финишную прямую, и еще когда ты становишься вторым, то, конечно, ты не можешь еще сообразить, что на самом деле произошло. Елизавета Сидоренко продемонстрировала отличный настрой и показала свое лучшее время в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием. Российская четверка завоевала серебряную медаль. Очень все это приятно. Я, наверное, когда выиграла медаль, до 3 часов ночи не могла уснуть, потому что сидела, всем отвечала, там сидела, сама радовалась. Такая, вот эта медаль, это моя медаль, думаю, я ее выиграла. И все равно осознание до сих пор еще не пришло, что вот так все это закончилось, все так прошло хорошо. Вот. Но мы уже ставим цели на следующие соревнования, на следующий год. Вот как будем готовиться, уже думаем об этом. За свои достижения спортсмены получили государственные награды. Александр Работницкий и Елизавета Сидоренко были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. По словам спортсменов, они чувствовали особые эмоции, которые стали отличным стимулом на перспективу. Новая цель – завоевать золото на следующих паралимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.